и пользователи канала. Значит, сегодня провел опыт с мотором от стиралки 600 ватт. Поставил его, значит, через реле на 0,1 секунды, он только работает. А 1 секунду не работает. От этого скорость не снижается у него. Применил СИМ. И применил реле от МОР. Поставлено на 1:10. 1 секунда. 0,1 секунды. Я уже все посчитал. Сейчас мы проверим его в этом режиме. И дадим нагрузку. Нагрузим вот этой отверткой мощной, видите? Мощная отвертка. А то там смеялись, что отвертку слабую. Но это там и скорости были слабые. А тут скорость на полную. Итак, включаем. Видите, пошло. Тут у вас сейчас разгонится, мы попробуем вот этой большой отверткой притормозить его, чтобы не подумали, что это типа холостой ход, там фигня. Нет, ребята, сейчас вы увидите, что искры пойдут. То есть можно применять на велосипеде, на электромашине и так далее. Вот смотрите. Но мне видно искры какие-то. То есть и под нагрузкой показали, что система работает и под нагрузкой. Я провел замеры, сейчас пока выключу, чтобы тихо было. Провел замеры. Что показали замеры? Так. Вот они. Напрямую 114 надо тратить при таком напряжении. То есть я вымерил напряжение. Как видели, скорость не сбавляется. То есть надо 114 тратить. Он работает 1:10. То есть 11 раз. 114 помножаем на 11. То есть надо было, или если сказать проще, он получает энергию, значит, 1 час, а работает 11 часов. Он бы тратил при 11 часах 114, я вымерил 114 ватт на счетчике. То есть 114 помножим на 11 часов 1254 ватта бы за 11 часов затратил. А он затратил, посчитали по счетчику, 57 ватт. То есть 1254 разделим на 57. Получается, видите, помножим на 100. Получается 2200% КПД.
При этом, как видели, проверено и под нагрузкой, то меня критиковали без нагрузки, не понимая то, что когда, значит, вы сильно раскрутите, здесь тоже этот маховик, можно сказать. Вот этот ротор, видите, с набалдашником. Вот он. Это тоже маховик. И там внутри еще. Вот его раскрутили, он горячий. Понимаете? Его раскрутили, сила там остается, даже еще сильнее становится. А это показал, значит, вот эта отвертка. Видите, мощная отвертка. Не такой, как вчера показывал, мощная. И когда я ее тормозил здесь, как вы видели, идут искры. То есть сильно торможу. Между отверткой и валом возникает ток, искрится. То есть эту систему можно применить, допустим, в транспорте. Нам всего надо 57 ватт всего на 11 часов. За 57 ватт он, значит, 11 часов проедет. Видите как? Потому что трата всего 57 ватт. Так как он работает час, а едет 11 часов. То есть трата всего 57 ватт. На 57 ватт это можно, значит, генератор небольшой к колесу прицепить на 60 ватт. И получится у нас вечный велосипед или электросамокат. Но для этого, чтобы это опробовать, надо запчасти, побольше запчастей. Как говорится, это об этом я повторяю миллионы раз. К сожалению, никто меня не слышит. Но все равно, несмотря на все трудности, враг будет разбит и победа будет за нами. Спасибо за внимание.